Принцип заурядности. Как нам вычислить, сколько во Вселенной может быть разумных цивилизаций? Мы берем количество планет, на которых может зародиться жизнь, умножаем это непосредственно на вероятность появления жизни и умножаем на вероятность возникновения жизни разумной. И в итоге нам кажется, что разумные существа во Вселенной — явления распространенные. И мы — люди, ничем не примечательный вид. Но так ли это на самом деле? Хаббл. Сегодня мы поговорим о материи и развенчаем некоторые мифы касательно этого явления. Вот, например, когда вода переходит из жидкого в твердое состояние, мы убеждены, что всевозможные снежинки и узоры на ледяной поверхности — это случайные проявления симметрии, которые не имеют какой-то закономерности, но которые обладают более точными формами в сравнении с остальными явлениями в природе. Но признайтесь, именно так вы и считали. На самом же деле узоры на льду и снежинки — это явление, противоположное симметрии, фактически ее нарушение. Дело в том, что вода в более жидком состоянии более симметрична, чем в твердом состоянии. Можно сказать, что лед менее изотропный. В процессе кристаллизации воды атомы образовывают четкие и понятные схемы. В то же время кристалл этот порядок нарушает, меняя направление узоров. Почему же мы говорим так много о воде в видео о космосе? Дело в том, что такие же процессы происходят и в нашей Вселенной. Для нее также характерна однородность и четкие паттерны. Если вы посмотрите на изображение, подобное этому, то поймете, что неважно, в каком именно месте вы находитесь, разницы для вас заметно не будет. Скажем так, пейзаж один и тот же. Если же во Вселенной все настолько похоже между собой, и мы видим так мало различий, то как объяснить наличие нас, людей, которые, мягко говоря, выбиваются из общей картины? Симметрию во Вселенной нарушают планеты, галактики, звезды. Это нарушение происходит примерно так же, как и при переходе воды в твердое состояние. Почетное место в списке нарушителей симметрии занимаем мы, жители планеты Земля. Вопрос состоит в том, насколько человеческий род нормален для Вселенной, вписываемся ли мы в общие правила или являемся своего рода отклонением от нормы. Вы вряд ли ответите на вопрос, почему вообще в нашей галактике на планете Земля возникла разумная жизнь. Условия для этого во Вселенной далеко не лучшие. Самое безопасное место для людей — наша родная планета. За ее пределами нас поджидает множество опасностей, даже если мы имеем необходимое оборудование. Что такое принцип посредственности? Согласно работе астронома Дональда Браунли и палеонтолога Питера Уорда «Уникальная Земля», вероятность появления живых существ, подобных нам во Вселенной, крайне низкая, а этот процесс требует геологических и астрофизических совпадений. В научном сообществе была распространена точка зрения, что по сути Земля — это обычная планета, которая не обладает никакими уникальными свойствами. Во многих галактиках есть подобные. Это еще называют принципом посредственности. Есть на этот счет и другое мнение, что наша планета на самом деле, по своим характеристикам, уникальна и выделяется среди подобных планет. Может быть так, что и наша галактика, и Солнечная система также уникальны. Давайте подумаем, что вообще способствовало их появлению. Суть гипотезы уникальной Земли. Согласно гипотезе уникальной Земли, нашу планету нельзя считать одной из многих подобных. Космос вообще может быть более пустой, чем может показаться на первый взгляд. Нас не окружают похожие космические объекты. А планетарная система, которая способна обеспечить существование такой планеты, как Земля, должна быть подобна своими характеристиками на Солнечную систему. Загадочная зона Златовласки. Есть мнение, что ключевым фактором, при котором на планете появляются живые существа, является наличие зоны обитаемости или, другими словами, зоны Златовласки. Под этим понятием мы подразумеваем зону вокруг звезды, которая способствует тому, чтобы на планете вода пребывала в жидком состоянии. Стоит обратить внимание и на орбиту вокруг Солнца. За счет круглой формы Земля всегда находится на оптимальном расстоянии от светила, что позволяет ей сохранять нормальные условия на поверхности. Однако, чтобы на планете появилась жизнь,
нахождение в зоне обитаемости и наличие правильной орбиты недостаточно. Снова обратимся к гипотезе уникальной Земли. Чтобы на планете все-таки зародилась жизнь, нужно оказаться не в одной зоне. Вдобавок ко всему, нужно еще находиться и в зоне обитаемости галактики. Солнечная система делает один оборот вокруг центра галактики за 235 миллионов лет. Со времен, когда на нашей планете уже был мировой океан, наша планетарная система сделала 17 таких оборотов и, предположительно, 15 с зарождением простых форм жизни. Вращение Солнечной системы вокруг центра галактики несет в себе множество рисков для живых существ на нашей планете. Они могли просто не выжить, однако этого не случилось. Живая материя осталась. Чем ближе какая-либо планетарная система находится к центру галактики, тем больше разрушительное воздействие на нее с помощью гамма- и рентгеновских излучений. Все потому, что количество черных дыр увеличивается по мере приближения к середине галактики. Там намного чаще случаются вспышки сверхновых, что также способны разрушать целые планетарные системы. Мы знаем, что в галактике огромное количество различных звезд и планет, но вся суть в том, что самая большая их концентрация наблюдается как раз-таки ближе к центру. Таким образом, планета может страдать от гравитационных возмущений от звезды, которая просто пролетает где-то недалеко. При этом взаимодействие со своей главной звездой разрушительным для планеты не будет. Как вы понимаете, в каком бы месте планета ни оказалась, ее всегда поджидает слишком много рисков. Опираясь на новейшие данные, можем сказать, что зона обитания у галактики протяженностью примерно от 7 до 9 килопарсеков, что не позволяет вместить в себя более 10% космических тел. И это самое оптимистичное предположение. Некоторые исследования говорят, что данная цифра на самом деле в половину меньше. Мы с вами еще не упоминали о такой вещи, как необходимое время, а оно тут исчисляется миллиардами лет. Именно столько нужно, чтобы на планете зародилась жизнь, а затем эволюционировала до более разумных форм. Еще и орбита должна быть максимально приближена к круглой форме. А еще желательно избегать звездных скоплений со слишком высокой плотностью. И наша Солнечная система фактически совмещает в себе все необходимые характеристики. По невероятному стечению обстоятельств, Земля находится и в зоне обитания своей главной звезды, и в зоне обитания галактики. Нам кажется, что мы живем на самой обычной планете и думаем, что где-то во Вселенной существует множество таких же миров, где есть разумная жизнь. А на самом деле может оказаться так, что мы одни такие во Вселенной. Нам очень повезло. Удачное стечение обстоятельств способствовало появлению нас, людей. Просто задумайтесь, насколько же мы уникальны.